Друзья, всем доброе шестиутровое утро. 12 сентября 2024 года. Витязева, Черноморская улица, идущая к морю, центральная артерия Витязева. И я еду на традиционную пробежечку, традиционное купание в утреннем море. Бархатный сезон продолжается. Вчера вечером ходил на паралию. Народу там приличное. Ну, конечно, не как в июле, в августе, но очень много, очень много. Честно говоря, я ожидал, что будет много народу по скоплению на пляже, машины, всего. Но что столько, не ожидал. Это, конечно, финиш. Сезон идет практически середина августа. Народ, ну и погода стоит, погода стоит. Вчера 37 было, море 26 днем. Самая настоящая летняя погода. Почему не отдыхать? Не проводить свой отпуск? Не ловить последние теплые деньки и моря перед длинной зимой? Ну, это я утрирую. Поздняя осень, ранняя весна. У нас тоже в большей части России практически как зима. Вот она паралия. Сейчас она уже пустынна. Пару девочек в белых платьях, не более того. Это у нас Южный проспект, и едем на пляж Венера. Многими знакомый пляж Венера. Ну вот небольшой ветерок, и вот такое у нас небо. Солнце где-то здесь будет сходить, пока нет. Ну вот просыпаюсь 5:30, и, ну, когда 5:30, когда чуть пораньше, ну, и каждый раз все темнее и темнее, световой день становится у нас на юге короче. Но море видно, что спокойно издалека. Обстановочка умиротворенная. Просыпаются ранние пташки. Так, друзья, ну вот у нас утреннее море. Как всегда, чистейшее. Слышен тишина, слышен только легкий плеск воды. Красота. Друзья, ну искупался, море волшебное. Температура воздуха показывает 22,7 градуса. Сейчас море замерим. Явно будет побольше. Так, замер идет. Прибавляется, прибавляется. Сейчас окончательная цифра. 24,4 градуса море у нас сегодня. Так, вот у нас выходит солнышко, то выходит, то заходит за тучки. Вот кто бывает на юге, еще раз вам скажу, сходите хоть раз в 6 часов утра и насладитесь утренним, ранним, утренним морем. Это непередаваемое ощущение. Уверен, вы вернетесь еще раз. Ну и, конечно же, всем пожелаю приехать в сентябре отдохнуть. Море, солнце не такое агрессивное. Море довольно-таки чистое, спокойное. Каждый день дельфинчики. Благодать. Я дельфинчики, дельфинчики, смотрите, смотрите. Рыбу кидает вон. Друзья, ну вот дельфинчики прям гоняют рыбу, прям вот, прям в берегу, вот на расстоянии метра от суши был. Ну, прям рыбку играет, подбрасывает, зубах ее показывает. Вон сейчас они плещутся.
Так, друзья, ну хотел бы показать, сделать небольшой обзор пляжа Дель Мар Ин. Вот он находится между Атлантик Бич, точнее Каруда Фэмили и Море Лето. Желтый флаг, купание разрешено. Ну, как видите, народу вообще никого, просто никого, от слова никакущего. Тут же вышка спасателей, правила пользования пляжем Дель Мар Ин. Так, что у нас здесь information. Температура воздуха 28, температура воды 24. Это я и вчера здесь видел то же самое. Вот так. Целые ряды лежачки. Лежачки под общими навесами, под индивидуальными семейными бунгало. Здесь же мусорный бак есть. Так, на заднем плане у нас что здесь есть? Волейбольная сеточка есть. Детская горочка, детский уголок, лесенки, качельки. Так, флаги. Переодевалка, душевая, туалет и пункт питания со столиками, небольшая кафешечка под навесом. Все, все необходимое есть, но, как видите, ни одного человека, ни одного человека сейчас нет. Все еще или спят, или на завтраке. Так, друзья, ну что, на этом я утреннюю часть моря буду заканчивать. Море пляжа Дель Мар Ин показал, рассказал, призвал и призываю приезжать, ловить еще кусочки лета бархатного сезона. Витязева. Всем welcome to Витязева Village. Всем пока-пока, чао. Лайки, друзья.